Привет. Сегодня у нас будет сборка ПК за 30 тысяч рублей. Погнали. Собираться системы будет на сокете АМ4, материнская плата MSI-A320M Pro. Два слота расширения памяти, отсутствие М2 слота, и ценник 3999 рублей. Процессор мы вставим AMD Athlon 3000G. 3,5 МГц в стоке, 2 ядра, 4 потока, тепловыделение 35 Вт. Хорошая рабочая лошадка для мультимедиа и игр на минималках в 720. Также, если надумаете купить материнскую плату на B450 чипсете, то вы сможете его легко разогнать. И видеоигра Vega 3. Цена составляет 4799 рублей. Видеокартой станет GT 1030 в исполнении от MSI. Пассивка, но увы, нормальных версий с вентилятором сейчас найти почти невозможно. 7199 рублей. Оперативная память будет Adata Premier. На 2666 МГц, и с таймингами 19. Цена составляет примерно 1799 рублей за штуку. Накопителей будет два. Первый твердотельник с SATA-переходником, Adata SU635, на 240 ГБ памяти. Скорость чтения 520 МБ, скорость записи 450 МБ, и контроллер MaxiMOS 0902 AD2C. Цена 2599 рублей. Второй старый добрый Toshiba P300 на 1 терабайт памяти стоимостью в 2999 рублей. Охлаждать процессор будет DeepCool Gamma Archer. 95 Вт теплоотвода и вентилятор размером 120 мм за 599 рублей. Источник ЕД для этого компьютера станет Shift-K SFX на 450 Вт за 4399 рублей, а корпусом нашим AeroCool CS101 за 2499 рублей. Что касается тестов, то я оставлю ссылку в описании на них. Ну что ж, мы в итоге получили компьютер за 31 штуку рублей, которая прекрасно справится с мультимедиа и многими играми. Пускай и в 720. Пишите в комментарии, какие у вас есть идеи для следующей сборки. До свидания.